мы находимся у витрины Gucci, аутлет, между прочим. И чтобы зайти в магазин, стоит очередь. Ну, не так, чтобы большая, но стоит. Дама в красном. Слушайте, красивое платье вот это. Ну, прям красивое. Элегантная дама, элегантный образ. Школьная учительница. И рядом с ней джентльмен. В джентльменской шляпе. Хорош гость. Смотрите, какие у него ботинки. Продолжая тему Gucci. Это я поснимала витрину, а сейчас я просто иду мимо окна магазина. Смотрите, какие здесь есть кружевные штанцы спортивные. Люблю я Gucci за их неординарные решения. Нет, с изумрудами нам не подходит. Нам нужны такие же, но с бриллиантами, правда? А вот и с бриллиантами. Перфекто. Надо было вас сюда привезти. Что же мы с вами тут все позаром, да позаром. У нас вон какие магазины имеются. Пока все булы не закрыли у нас, я сюда не могла добраться. Вернее, могла, но как-то не выходила у меня. Прада. Прада, Прада. Вы узнаете, где мы находимся? Это Макс Марочка. Знаменитые медведи. Ну, не эти в смысле медведи, а шубы. Шубы медвежачьи. Вот они разных цветов есть. Есть пальто. Сумки, медведи. Вы знаете, что я вам скажу? Как-то они... Или мне кажется, ну как-то качество, может быть, потому что это аутлет, но я не знаю. Из окна, во всяком случае, из витрины, качество этих медведей как-то мне
оказалось, что они были более такие шелковисто-приятные, не знаю, выглядит как прям такая синтетика Галима, как из Зары шуба, честное слово. А это праздничная, с люрексом. Вам нравится? Мне нравится. Смотрите, как блестит, блестит, переливается. Если честно, вот я лично, я не отличу шубу Макс Мары от шубы из Зары. Не кидайте меня гнилыми помидорами. Но я не отличу. Брунелло Кучинелли. Смотрите, какое красивое детское пальто. Белого цвета и платье. У меня нету маленьких девочек в семье. Вернее, есть, но она совсем маленькая. Совсем-совсем ей годик. Ну, это же какая красота. Это же на большую девочку. Белый тоже. Белый комплект с пальто в клетку. Красиво. А это на папу. На мальчиков. Тоже белые штаны. В общем, там сумки всякие. Интересно. Это другая семейка. Здесь уже мальчик. Тоже Брунелло Кучинелли. Папа в белых штанах и мама в белых штанах. Ну что, красиво. Что вам сказать? Красиво. Ничего не скажешь. Симпатичный магазин. Я хочу вам сказать, что внутри нету ни одной живой души. Ни одной. Печально. Печально, но факт. Немножко сумок от Сальваторе Феррагамо. И вы знаете, в магазине тоже только продавцы. Никого. Вот я про то и говорю. Если вы как бы думаете, что у нас в Канаде люксовые магазины пользуются большим спросом. Это, кстати, Томми Хилфигер. Да нет. Может быть, это сейчас, я не знаю. Может быть, потому что у людей мало денег. Но вот я иду по аллее, где находятся дорогие магазины. Если я сейчас пойду к Зару и H&M, там будет стоять очередь. А вот в люкс, конечно, нигде очередь не стоит. Это факт. И, ну что поделать. Cold Spring. Я не знаю, что это за магазин. А, это магазин обуви. А, это Aldo Group. Это тот же магазин, что Aldo, только он называется по-другому. У меня так замерзли руки, на самом деле. Я снимаю без перчаток, а на улице холодно. Jax. Это магазин Jax. Очень удобная, хорошая обувь, качественная. Ну, такая, немножко топор. Versace. Смотрите, какой плащик. Клеенчатый, прозрачный. Versace. И тоже никого. Никого. Печалька. Это Armani Exchange. Это почти что Armani, только для простых людей. Ну, не очень простых, но как бы тоже не совсем он даром здесь все раздают. Но, скажем так, подешевле, чем Armani Exchange, плюс еще Outlet. Вот вам, пожалуйста, новогодние наряды. Кому нужно? Блестки, пайетки. Есть черные, есть разноцветные. А рядом с Armani Exchange находится настоящий Armani Outlet. Что у нас в витринах, все очень строго, все очень классически, черно-белое сочетание. Черно-белый в клетку пиджак. Маленькая сумочка, черные ботинки. Здесь джинсы с тоже очень классическим пиджаком и водолазкой. Никаких изысков, ничего такого. Все очень строго и базово. Здесь уже немножко появляется цвет зеленый, бежевое красивое пальто и очень-очень красивое, прямо очень красивое изумрудное пальто, похоже на шерсть, из очень красивой ткани. Да, это мне нравится. У меня есть похожие из Зары, да. Up to 80% off, это значит распродажа до 80%. Написано по-английски и по-китайски. Да? Это же китайский.
Для кого? Для китайских туристов, которых сейчас очень много в Канаде, просто очень много. Ну, мужской Армани. Вот здесь находится фуд-павильон, то есть там можно было бы покушать, но там внутри сейчас у нас с едой не очень, поэтому они поставили столики на улице. Видите, здесь камин, лампочки к Новому году. Ну, к Рождеству, вернее. Новый год — это я по-нашему, по-русски. Посмотрите, какой красивый камин. Здесь можно так хорошо посидеть. Тепла не чувствуется совсем, вот как странно, да? Я прям руку поднесла близко-близко. Совсем не чувствуется тепла, хотя здесь просто решетка. Нету никакого крана, но все равно почему-то не тепло. Но красиво, согласитесь.